Проблемы семейного насилия, ранних браков и защиту прав девочек обсуждали в Шымкенте. Организаторы дискуссии – Национальная комиссия по правам женщин и семейно-демографической политики при президенте Республики Казахстан, общественная организация «Лига женщин творческой инициативы» и посольство Великобритании в Казахстане. Каждый год в Казахстане регистрируется около 1500 ранних браков, но реальная статистика не всегда отражает действительное положение вещей. По мнению члена нацкомиссии при президенте Асии Хайрулиной, средства массовой информации и лидеры общественных организаций играют ключевую роль в искоренении убеждений и стереотипов, которые потворствуют насилию и ранним бракам, и нарушениям прав девочек. Для того, чтобы поднять информированность населения, молодежи, вопрос защиты прав женщин и особенно девочек, мы провели уже ряд мероприятий. Это сняли очень интересный видеоролик, который пошел в социальных сетях, был размещен у очень известных блогеров. И это сегодняшняя конференция, в которой примут участие представители образования, департамента внутренних дел города Шымкента, Туркестанской области, молодежь. И следующий наш этап – это, конечно, выход на более широкий круг населения в области и в городе.